Привітання усім, салют Буслік! А ти чого дрижиш? Вельми змерз. А ти побігай, поскачи на двори, у сніжки погуляй, як я. Я гуляв, і ось сніжки, і на санках. І що, все рівно дрижики не проходять? Ага, просто я вельми довго на вулиці був. Пераморозився, значить. Ой, може і так. Тільки зберуся додому, а діти починають просити: Бусличок, застачи, калі ласка, погуляй ще з нами. І ти не мог їм отказати? Я дома не мог. Діткам же хотілося зі мною на санках покататися. А потім у сніжки погуляти. Так, а я ще на каток ми побігли, на коньках. Гоняли. Ага. Я не вельми хотел, але... Ой, Буслик, ты вельми мягкий. Мягкий? Як подушка? Ты, вядома, на подушечку трошки подобный. Только я зараз про твой характер кажу. У меня что, подушковый характер? Як это? Ну, просто ты не можешь никому у просьбе отмовить. Ой, и правда, и что робить? Ну, по-перше, не сумовать. Ага. Почнем зараз же твой характер тренировать. Ты готовый? А мерзнуть больше не придется? Не придется. Тады я готовый. Давай починать тренировку. Итак, ты повинен стать... О, придумала. Ой, ой, а кто я? Уяви себе, ты царь зверов, лев. Рыкай. Ну я ще. Дані сябри. Мяу. Яке у нас симпатичне маленьке котяня. Ой, я зовсім не страшний. Вядома, ні. Ты у нас Бусличок, симпатичный, добрый и ласкавый. А мне треба свой мягкий характер змянить. Я ничего не разумею. Навошта тебе менять свой характер? Потому что Буслик не умеет не казать. Из-за этого у него одни неприемности. Я, феечка, его тренер по загартовце характера. Только сдается, что тренировки мне не допомагают. Стоп, 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 не вешай нос. Бусличок, мы с Яной твоей сябры, и мы тебе допоможем. Практикование первое. Говорите, якое. На все, что мы тебе пропонуем, говоришь не. Домовились? Ну, давайте попробуем. Буслик, частуйся, коли ласка. Не-а, не буду. Хіба можна відмовитися від такої смакати? Бяри, бяри, Бусличок, а то я сама гэтую цукерку з'ем. Ну, калі ласка, яна такая смачная. Ну, калі ви так просіце, я з задавальненням з'ем. Стоп! Ми домовлялись на все казаць «не». Ой, и правда, ой, я поддался на ваши уговоры, и николи у меня не отрывается свой подушковый характер изменить. Терпливость и только терпливость, Буслик. Поспробуем еще раз. Только на все наши уговоры ты не сгаджаешься. Я поспробую. А у меня нечто есть. Ой, наша любимая гульня. Буслик, долучайся. Попробуем на новый уровень перейти. Фишка, почалась. Ой, я буду отниматься. Буду характер тренировать. Ну что ты, Буслик, хиба можно такое пропустить? Не уговорите, я не буду. Ой, ну, Буслик, ну сгуляй, ну хотя бы один раз лучше. Ой, а можно я вам пропоную свой вариант? Цікаво, який? Я пропоную вам не у комп'ютер гуляти, а, наприклад, разом книжку почитати. Вунь, нове цікаве лежить. А що ти добре придумав сказати нам «ні»? Молодчина, і це тобі більше не потрібно. А у мене третє завдання.
Уяви себе, что тебе треба додому, а сябры кличут еще на улице погулять. Задача складаная, как у меня сегодня. Буслик, ходи с нами гулять! Не пойду! Ого, ты что? Хочи на нас! Или еще снег так лепится! А что мне отказывать? Коли не можешь на улице застаться, твердо и упевнено скажи про это сябрам. И не бойся растлумачить, чому. Мне треба до дому вернуться. Я обещал не спозняться на вечеру. Ну и буслик, навод погулять с нами не можешь. Никуда твоя вечера не сбежит. Застанешься еще на некоторый час. И что мне робить? Сябры ж на меня покрыдятся. Саправдные сябры, буслик, тебе зрозумеют. Тады так. Я зараз побегу до дому, повечеру, а потом... О, а давайте, сябры, разом до меня пойдем, почастуемся и мультфильм поглядим. Ой, здорово ты придумал! А у Снежки можешь завтра погулять. Так, а чому б не? Цікавый вариант пропоновал и не научился казать. Дякую вам, сябры, за тренировку. Оказывается, говорить не так складано, как я ранее думал. Вядома. А зараз давайте и мы разом мультфильм глядеть. Давайте. Мультфильм. Ой, ну а теперь час кластися спать. Я вельми хочу убачить усих своих сябров у сні. Ой, я так сама. Тады хутенько чистим зубки и у ложечки. Чаровных снов, сябры!